Филиал БелАЗа в Могилеве уходит под землю. Это значит, что могилевские автомобилестроители сосредоточились на технике, которая предназначена для подземных работ. Предприятие выпустило новую машину «Самосвал», который днями отправится на производственные испытания в шахты по добыче железной руды на Курской магнитной аномалии. О новой продукции могилевского филиала БелАЗа и планах завода наш репортаж. Машина нормальная, удобная для тех, у кого есть определенные навыки, как говорится. Вообще простая, как велосипед. Погрузочно-транспортная машина 65010 для подземных работ. Вот новинка филиала БелАЗа в Могилеве. Конструкторы создали новую машину за год. Этими днями ее ждут в Белгородской области. Попав в город Губкин и в шахту, кстати, имени Губкина, машину разберут дотла, поскольку ее необходимо спустить вниз на глубину, там порядка 700 метров. И там уже с участием, опять же, наших специалистов машина будет собрана и приступит к работе. И, надеюсь, там же мы пройдем приемочные испытания. То есть машина должна быть рекомендована к серийному выпуску. Основная задача сейчас, конечно, чтобы она подтвердила свои эксплуатационные характеристики, сделать на нее конкурентоспособную цену, чтобы она была чуть дешевле зарубежных аналогов, и работа будет. Все увереннее заявляет о себе Могилевский автомобильный завод имени Кирова, МОАЗ. Автомобильному заводу в Могилеве более 80 лет. Предприятие всегда занималось сложной дорожно-строительной техникой. Последние 5 лет главная тема – машины для подземных работ. И уже создана приличная линейка техники. Ее основные потребители в России и Казахстане. И вот эти вот новые модели, которые вы сейчас видите, это будущее завода. Поэтому смотрим с оптимизмом на это все. И это и загрузка людей, это и как бы... И деньги предприятия, главное предприятие нас поддерживает в этом плане, поэтому я думаю, что будем работать, все будет хорошо. Цех опытного производства, выпустив одну новую машину, продолжает работу над новой партией карьерных самосвалов грузоподъемностью до 50 тонн. Их делают по государственной научно-технической программе машиностроения. Опытная партия – 4 машины. Они полноприводные и могут работать в условиях бездорожья. Такие самосвалы, скорее всего, понадобятся российским компаниям. Для жизни любого предприятия, любого производства надо... чтобы техника обновлялась и на данном этапе времени соответствовала запросам потребителя. На заводе понимают, чем больше заказов, тем лучше живется трудовому коллективу. Поэтому к созданию новой современной техники должны стремиться все. Ну, конечно, мы гордимся своим заводом. Гордимся, что именно на нашем заводе производят такие машины. Теперь на могилевском филиале БелАЗа работают 2000 человек. Экономические условия не самые простые, но в них с поддержкой головного предприятия завод загружен работой, а зарплата, как говорят работники, не меньше, чем у соседей.